В Чебоксарах продолжается ремонт Сугутского моста. Движение по нему должны возобновить ко дню города. Глава администрации Алексей Ладыков вместе со специалистами сегодня посмотрел, на каком этапе ремонтной работы и есть ли отставание от графика. Ремонт Сугутского моста в столице идет круглосуточно, независимо от погодных условий. Днем трудится 32 человека, ночью 12. И несмотря на такой плотный график, отставание от плана все же есть. Мы просили вас до дня города открыть уже. А мы остаемся на неделю. Я думаю, все равно у нас есть упор сейчас именно на пролетное строение, чтобы асфальтирование его ставить. Выполнение маленькое. Выполнение где-то порядка 15 минут в общем, а на 6600 уже документы предъявлены. Сейчас идет строительство. Средств оборотных хватает, отставание нагоним, уверяют строители. Мы идем последовательно. Сначала демонтаж, следом идут монтаж. Значит, подъем, посадка пролета, бетонирование подфермников. В общем, и следом планируем уже выравнивающий слой, армирование выравнивающего слоя. Все, и бетонирование. В общем, все идет поэтапно, по графику. Работа в ночное время суток беспокоит жителей столицы, которые живут неподалеку. Грохот, вибрация и шум от работы техники мешают им спать. В администрацию города стали поступать жалобы. Алексей Латыков просит горожан потерпеть и объясняет, что если бы сейчас не начали проводить ремонт моста, то через пару лет пришлось бы его полностью реконструировать. Мы пригласили сюда и службу строительного контроля, пригласили службу заказчика, посмотрели и послушали специалистов. Общее мнение, что работы ведутся в соответствии с технологиями, с применением современных материалов, что мост должен служить еще десятки лет после того, как работы будут завершены. В этом году запланирован ремонт первой половины моста, в 2020-м – второй. Движение по Сугутскому мосту должно быть открыто к 20 августа. Еще один объект, на котором побывал глава администрации – бульвар электроаппаратчиков. Проектом реконструкции предусмотрено расширить проезжую часть до 4 полос и организовать движение в 2 направлениях. Работы на объекте начались. Планируется, что 25 июня движение на участке закроется. На проезжую часть выйдет техника и до октября будет идти реконструкция.